В Казалинском районе библиотеки приняли эстафету по пропаганде наследия Абая. Районная централизованная библиотека провела большое познавательное мероприятие. На вечере была подчеркнута важность приобщения к творчеству акына и мыслителя Абая. Его наследие воспитывает уважение к родной истории, языку, культуре, повышает национальное самосознание, духовно обогащает. Библиотекари подготовили централизованную постановку о любви Абая и Тохжан. Читатели тоже приняли активное участие в мероприятии. Они на трех языках читали стихотворения и слова назидания Абая. Далее торжественную эстафету пропаганды наследия Абая централизованная библиотека передала аулу Ахтан-Батыр. Вечер завершился исполнение песни «Көзімнің қарасы». На вечере были продекламированы стихи, слова назидания. Мероприятие прошло на высоком уровне. Активность проявили и наши читатели. До конца года мы еще планируем ряд мероприятий к 175-летию великого акына.